Велопрогулка по улицам города прошла в Вологде. Среди участников – представители городских властей, депутаты, любители и профессионалы велоспорта и участницы конкурса «Леди Успех». Вместе со всеми на велосипеде прокатилась и Екатерина Олейникова. Большим спортивным праздником отметила Вологда День физкультурника. Одним из самых ярких мероприятий стала велопрогулка, участие в которой приняли сотни человек. Массовая велопрогулка. Посмотрите, с каким удовольствием поехали наши велосипедисты. В этот день на велосипеды сели все, кто любит активный отдых. Популярность велосипедного спорта в Вологде выросла в разы. У вологжан появилась возможность передвигаться по городу по специально выделенным велополосам. Ремонт дорог и тротуаров в городе идет с учетом новых веяний. А именно, резко увеличившегося количества любителей передвигаться на двухколесном транспорте. Во всех районах города появились велопарковки. Все это – положительные изменения, уверен в администрации города. Мы с каждым днем увеличиваем наши возможности. Мы все больше и больше охватываем людей, которые у нас сегодня готовы активно заниматься физической культурой и просто двигаться. То есть движение – это жизнь, это основной девиз, в который мы включились, и мы его будем развивать. Любовь к спорту детям нужно прививать с самых малых лет. Как никто другой, это понимают те, кто спортом занимается профессионально. Так, к велоспорту своего сына с годовалого возраста начал приучать вологжанин Олег. А спортом занимаюсь постоянно, и сына этому учу. Разумеется, в этом здоровый образ жизни. Настоящим украшением велопрогулки стали девушки-красавицы, которые участвуют в городском конкурсе «Леди Успех», организованном молодежным центром «Горком-35». Чтобы выделиться в толпе, конкурсантки украсили свои велосипеды яркими цветами. Спорт в моей жизни занимает очень много места, потому что с утра вот на этом боевом коне, на велосипеде еду на работу, приезжаю с работы, тоже еду на велосипеде. Занимаюсь фитнесом, танцами постоянно, поэтому спорт для меня – это очень важная составляющая в жизни. Путь был не близкий. После старта на Каменном мосту велолюбители проехали по улицам Марии Ульяновой, Мира, Притеченской и вновь вернулись на площадь Революции. Это около 3,5 километров, хотя преодолели этот маршрут вологжане всего за 15 минут. На финише участники признались, после такого начала весь день будет заряжен энергией и позитивом. Мне очень понравилось, очень такой энергичный тон задала эта прогулка. То есть на сегодняшний день, я уверена, что день пройдет отлично, вот, в полной энергии, позитива. Так что мне очень понравилось. Екатерина Олейникова, Антон Лукьянов, Вологда, Портал.